Портреты, пейзажи и натюрморты местной художницы Елены Смирновой украшают Развилковскую библиотеку уже с начала сентября. А на днях руководство библиотеки пригласило всех желающих на творческую встречу с автором экспозиции. В нашем поселке живет очень много талантливых людей, поэтов, писателей, конечно же, художников. И наше выставочное пространство никогда не бывает пустым. Мы стараемся популяризировать творчество наших жителей. Елена Смирнова – художник-любитель. Всю свою жизнь проработала бухгалтером. А выйдя на пенсию, внезапно осознала, что хочет творить. Очень неожиданно. Не было каких-то так душевных таких терзаний, чего-то там исканий. А просто вот, допустим, в понедельник мне захотелось нарисовать что-то, я сходила, купила краски, во вторник, так, утрирую, и в среду начала рисовать. Началось все с рисунка игрушки внучки нашей героини 3 года назад. Елене так понравился сам процесс и то, что получилось в итоге, что она начала рисовать каждый день. С тех пор она занимается живописью, пробует себя в разных жанрах, направлениях и техниках. Больше всего нравится рисовать портреты и работать маслом, говорит художница. Начала с акварели. Но акварель очень сложно, очень сложная техника, очень сложная. Вот. И поэтому я и планировала, что я все-таки перейду к маслу, потому что в масле можно что-то подправить. Свои картины Елена уже выставляла в местной ДШИ и в Московском доме культуры «Авангард». На данной выставке, третьей по счету, представлено 50 работ. Художница поделилась с присутствующими своими творческими планами. Хочу нарисовать работу, которая будет называться «Человек. Солнечная система». Вообще, я очень стремлюсь, вот мое желание рисовать абстракцию. На творческой встрече гости могли задать художнику любые интересующие вопросы. Кстати, среди присутствующих были и дипломированные художники, и только начинающие. Работы Елены Смирновой не оставили равнодушными никого. Каждый по-своему интересно. Каждая картина своя. По-своему, по-своему. А так пока еще, чтобы писать какую-то свою оценку, я пока еще не готова. Я вообще всегда восхищаюсь людьми, которые начинают рисовать. И это получается всегда для человека очень неожиданно, но открывается какое-то совершенно другое окошко, правда, в жизни. Вот как-то вот живешь в одной какой-то плоскости, да, и вдруг перед тобой открывается вот что-то такое необыкновенное. Я в восхищении. Мне очень нравится все здесь. Ну вот, и картины эти прекрасные. Любой пейзаж, возьмите любой. Это очень... В Латвии отдыхала. На море отдыхала, и здесь, и грибы, и, в общем, я восхищен. Если вы еще не познакомились с творчеством развилковской художницы Елены Смирновой, загляните в библиотеку. Экспозицию можно увидеть до середины октября. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.